Так, новая игрушка, резиночка. Такая от денег, вот она тут маленькая. Вот. Она так интересно подскакивает. Потерялась. Вот где-то там была, да. Вот она. Нашлась. Резинка изобразила знак бесконечности. Ну или цифру 8. Игрушку можно сделать из чего угодно, если подойти к вопросу с умением, а и с желанием, да, в первую очередь с желанием. Умение приложится, с настроением. Мура, там нету, вот же она лежит. Да, нету там, Мура. Вот лежит, вот смотри. Не верит мне. Караулит. Вдруг резинка сейчас выскочит. Нет, надо поискать. Сама не выскочит, да? Не выскочит, надо поискать. Вот она нашла. Все, уже не надо. Уже не нужно, да? Где она, кстати, сама потеряла? Все, уже не нужна, да? Уже не нужна резиночка. Все, наигралась. Нет, еще нужна. Запихала на место. Теперь будем доставать будем. Вот все предели. Кошка предели. Мура, ну ты больше отодвинь эту свою лежанку, да отодвинь. Так не да. Вот, двигай, давай. Могу смотреть, как ты мучаешься. Давай тебе помогу. Опа! Нашлась. А тут еще одна игрушка нашлась. Это такая заглушка от стола. Ну, точнее, от тех мест, где закручиваются шурупы.
Мурочка их эти заглушки все поснимала. И все их куда-то заиграла или загрызла. Умри, резинка, умри. Загрызи ее, загрызи. Мура, улыбнись, тебя снимают.